здравствуйте! В эфире «Строить и жить». Единственная в Белгородской области программа, в которой вы можете получить ценный приз. Комплект цифрового спутникового телевидения телекарта HD, благодаря которому можно смотреть свой родной канал «Мир Белогорья» круглосуточно. Онлайн-голосование на главной странице сайта mirbelogorya.ru за участников конкурса «Новая жизнь старых вещей» в самом разгаре. Мы рады, что ваша активность бьет все рекорды. Почти 900 человек проголосовало за тех участников, чьи идеи по преображению старых вещей им понравились больше всего. За наших конкурсантов голосуют телезрители и интернет-пользователи из Хабаровска, Якутии, Сахалина, Камчатки, пишут комментарии, восхищаются работами мастеровитых белгородцев. Присоединяйтесь к голосованию и вы. Возможно, именно ваш голос станет решающим. Ряды участников конкурса на этой неделе пополнили Эдуард Иванов из Белгорода и Алексей Скиба из Шебекино. Предлагаю познакомиться с ними поближе и посмотреть, как им удается вдохнуть новую жизнь в старые, на первый взгляд, совсем ненужные вещи. Настоящий мужчина должен не только дом построить, дерево посадить, сына вырастить, но и баньку срубить. Да такую, чтоб с парком и на дровишках. Всегда мечтал о бане. Ну, вот я построил баню и встал вопрос здесь создать интерьер, чтобы было здесь уютно. Эти дорогие мне вещи я собирал со всех разных мест города Белгорода и его окраин. По работе приходилось мне ездить по областям, даже в другие города куда-то уезжать, вот в глубинки, в деревнях, где вот эта всякая вот там утварь там валяется, она для местных жителей, она вообще никакой ценности не представляет. А я житель городской, и мне надоели эти блестящие вещи. Мне больше приносит удовольствие от старинных вещей. Теперь в бане есть деревянный стол, венские стулья и старый самовар, который достался Эдуарду от деда. И у каждого предмета интерьера есть своя история. История этого стола вообще очень интересная. Все детали из разных мест. Вот, допустим, ножки стола. Я достал их у своего товарища, пришел в гости, смотрю, у него стоит куча дров лежит и сверху лежит, ну, чтобы костер полить. Я говорю, что ты делаешь? Отдай ты мне их. Ну, что тебе за это нужно? Он говорит, да ладно, забирай, это я все равно хотел спалить. Столешница, вот это дубовые доски, они пролежали долгое время в погребе. Они там уже были ветхие, ни на что не похожи. Я просто взял инструмент, попробовал их обработать, и вот что получилось. Железная конструкция, сваренная. Из металла тоже куски найдены, где-то у меня же тут же на участке. Ну и элементы сварки я немножечко прикрыл шпагатиками. Стулья Эдуард привез из Курской области. Нашел в одном из старых домов на чердаке, где они доживали последние дни. Теперь венские стулья украшают интерьер бани. В скором времени на одной из стен будет красоваться вот этот фонарь. Ему больше полусотни лет. Он был залит цементом, и нашему герою пришлось изрядно потрудиться, чтобы дать фонарю новую жизнь. Другая стена бани уже украшена необычной композицией. Это предмет особой гордости хозяина. Он называет эту композицию картиной с предметами русской утвари. Это вообще произведение искусств. Я сделал его своими руками. Эти предметы все, которые находятся здесь, они вообще с разных мест. Лопату я приобретал с этим же участком, на котором построил баню. Коромысло, ну, кто-то мне его подарил из друзей. Даже его родственник, талантливый человек, найдет красоту этого предмета. Это же вещи, которые их отреставрировали, привели в порядок, то есть дали им вторую жизнь, душу вложили. Рама для обрамления композиции, ткань, лопата и коромысло. Эдуард говорит, что больше полотно дорабатываться не будет. С этими вещами больше делать ничего не буду. Здесь они гармонируют, они сочетаются с тем, это баня вообще. Вещи должны быть
природные. Тут нет ни химии, все дышит, все спокойно. Тут нет ни лака, ничего. Камера не передает запахи, тут пахнет баня. Здесь приятная атмосфера. Трещат досточки, и все, огонек. Если бы, может быть, даже у кого-то были вещи, которым они не нужны, ну, может быть, и ну, пришлось бы их даже отреставрировать, я бы мог бы их даже принять в дар, даже приехать за ними. Ну, просто у меня влечение к таким предметам. Ну, мне хотелось бы их иметь побольше, да. Преображение старых вещей – это душевная потребность нашего героя. Все началось еще в детстве. Родители Эдуарда всегда с трепетом относились к вещам, которые доставались им по наследству от дедушек и бабушек. Эту семейную традицию Эдуард нарушать не собирается, и все навыки работы по реставрации и восстановлению старых вещей передает своему подрастающему сыну. Основание от напольного светильника, фурнитура от обуви, куски кожи, держатель для душа, шнур от электробритвы и прожектор. Что может быть общего у всех этих предметов? Оказывается, они стали частью необычного торшера – торшера-трансформера. Это творение Алексея Скибы из Шебекино. Много лет он занимается ремонтом обуви, любит свою работу. Говорит, что главное в жизни – делать что-то своими руками – созидать. Сапожник он хороший, заказов много, поэтому работу приходится брать на дом. Работая в мастерской по ремонту обуви, вечерами, что не успеваю, там, в течение дня сделать, подготавливаю, а потом вечером дошивают. Надо было какой-то направленный свет сделать, те, которые есть светильники, меня не устраивали. Смастерить такой торшер сможет не каждый. Для этого и в электрических схемах нужно разбираться, и с кожей уметь работать, и эстетическим вкусом обладать. Работа кропотливая, усидчивость и терпение тоже нужны. Сначала Алексей отреставрировал стойку от старой напольной лампы, затер все трещины и заново покрасил. Затем перетянул стойку кожей и задекорировал обувным рантом. Держатель из ванной комнаты стал той частью светильника, к которой в дальнейшем был прикреплен прожектор. Старый прожектор долгое время пылился на балконе. Алексей даже хотел выбросить его за ненадобностью. Теперь у прожектора, можно сказать, началась новая жизнь. Теперь сам прожектор мы закрепим к основанию станины. Соединим электрическую часть с основанием торшера с помощью клемников, чтобы обезопасить, чтобы током не пробило, не перетерлись провода. Самая ответственная часть работы – пропустить электрические провода по всей длине торшера. Сделать это нужно аккуратно, не упустив ни одного провода. Иначе прожектор не станет светить, и торшер не выполнит главной функции. Не поможет Алексею работать в темное время суток. Делая своими что-то руками, как это можно делать плохо? Картошку чистите, глазки оставите в картошке. Любое дело делается хорошо. Каждый уважающий свой труд человек должен так. Делать плохо или на скорую руку наш герой просто не умеет. Путем проб и ошибок он идет к цели, и на наших глазах рождается уникальный предмет – торшер-трансформер, у которого есть свой фирменный знак – вот этот башмачок. Это символ – оберег на счастье. Вот такой вот светильник у нас получился. Приходя, знакомые спрашивают, где приобрел, откуда, как он у тебя взялся. Сказал, что сделал сам из довольно-таки, насколько видно, доступных вещей. Для меня вот такая работа приносит удовольствие. Хочется делать, потому что даешь вторую жизнь старым вещам. Напоминаю, что принять участие в конкурсе просто. Присылайте фотографии с описаниями ваших идей по электронному адресу konkurs@tvbelgorod.ru или звоните в редакцию по телефону 584-404. Все выпуски программы вы сможете найти на обновленном сайте mirbelogoria.ru в разделе «Видеоархив». А мы встретимся ровно через неделю в это же время на канале «Мир Белогорья». Стройте свое будущее вместе с нами. We'll be right back.